Добрый вечер, уважаемые коллеги. Новосибирская область, Тейково, Ивановская область, Хмао, Минусинск, Севастополь, Свердловская область, Мордовия, Вологда, Воронеж, Братск, Башкортостан, Ивдель, Петербург, Пермь, Тольятти, Цимлянск, Калининград, Тверская область, Омск, Хакасия, Алтайский край, Удмуртия, Ешкар-Ала, Архангельская область, Волгоград, Ростовская область, Ярославская область. В Ярославле буду 2 декабря на двух конференциях одновременно. Так, Сучкова Ольга, Саратовская область, Маркс, Брянская область, Обнинск, наши соседи. Так, Республика Коми, Казахстан, Псковская область, Бежанец, если правильно прочитал, Энгельс, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск, Карелия, Удмуртия. Так, пишет, приезжайте в Иркутск. К методисту позовут, приедем. Так, Краснокамск, Пермский край, Надым, Астрахань, Забайкалье и Челябинск. Хорошо, у нас уже 316 человек, уже даже больше. Начинаем с вами сегодня говорить о формировании социокультурной компетенции на уроках английского языка от начальной школы к старшей школе. На самом деле на эту тему достаточно много сказано, это очень изученная тема, но тут важно проследить, как происходит формирование социокультурной компетенции именно от начальной школы к старшей школе и как в нормативных документах, какие идут уточнения. Я сегодня об этом тоже с вами поговорю. И, собственно говоря, какими средствами, какими упражнениями авторы помогают нам сформировать эту социокультурную компетенцию. Итак, для начала хочется сказать о том, что такое социокультурная информация в процессе обучения. И без знания социокультурного фона нельзя сформировать коммуникативную компетенцию даже в ограниченных пределах. То есть, если нет социокультурного фона, то очень сложно что-либо формировать, а тем более коммуникативную компетенцию. И приведу вам пример. Вчера на выставке Nonfiction, где мы были, подходит к нам две девятиклассницы. Видят, у нас два пособия, ОГЭ и ЕГЭ, все устная часть. Они вышли. И смотрите, что... Одна другую спрашивает, а здесь же все неправильно в устной части ОГЭ. Та и говорит, почему неправильно? Ну как же, неправильно, все не так. Ну тут уже я подошел и говорю, а почему неправильно? Ну как же, там все по-другому. На что я ответил, вообще-то 2,5 недели назад все изменили, и теперь все будут сдавать именно в таком формате, который приведен близко к формату ЕГЭ. Да, говорит, а почему мне никто не сказал? Почему я не знала? То есть, понимаете, у нас особенно подростки живут в таком, как бы сказать, в какой-то капсуле, параллельном мире. И вот потихонечку нужно через социокультурную компетенцию знакомить их с миром, в котором живут большая часть населения планеты. Итак, только культура в различных ее проявлениях содействует формированию личности человека. Об этом говорил Ефим Израилевич Пасов. То есть действительно, если есть какой-то культурный пласт, который прошел через ученика, то с ним намного проще заниматься, намного проще общаться. Вот, передают добрый вечер нам Воронеж, Казань, и я вам тоже добрый вечер передаю. И это очень важно. У меня в институте была такая ситуация, когда дали нам на занятие текст исторический про Петра Первого. И, собственно говоря, очень мало кто из студентов смог его перевести толково, хотя знания были очень даже серьезные у многих. Только потому, что они просто не знакомы с историей России и не понимали, о чем там идет речь. Точно так же это происходит у переводчиков, особенно технических текстов. Когда они понимают, о чем идет речь, очень сложно что-то перевести, понять и передать. А уж что говорить об межкультурном общении, если мы говорим про наших учащихся. Возвращаемся к ним. Итак,
Значит, Ефим Израиль Пасов также дает определение нового термина «иноязычная культура» как неотъемлемого компонента обучения иностранному языку. Под иноязычной культурой мы понимаем все то, что способен дать учащимся процесс овладения иностранным языком в учебном, познавательном, развивающем и воспитательном аспектах. То есть социокультурная компетенция является еще одним связывающим звеном всего нашего обучения. Понятие «социокультурная осведомленность» включает в познавательной сфере умение сравнивать языковые явления родного и иностранных языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений. Мы это все с вами увидим на примерах, например, из happyenglish.ru. Умение действовать по образцу при выполнении упражнений, составлении собственных высказываний. То есть, когда у нас есть какой-то образец, и мы, собственно говоря, по нему уже строим свои высказывания, привнося какую-то вариацию. Опять-таки, сюда же и входит, это входит как один из компонентов социокультурной осведомленности. Совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках родного языка, прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и так далее. Опять-таки, если он видит знакомую картинку, какую-нибудь картину Мане или фотографию какого-то знаменитого писателя, то ему намного проще осваивать материал, который предложен ему в этой теме, чем когда он смотрит на картину и не узнает ее. Умение пользоваться справочным материалом, представленным доступным данному возрасту видео, правила, таблицы, дополнительной информации из интернета. Умение осуществлять самонаблюдение и самооценку. Самонаблюдение и самооценка входит и в критическое мышление, и в рефлексию. И также, собственно говоря, она входит и сюда, с той точки зрения, что это тоже очень важно для того, чтобы правильно общаться с иностранцами, чтобы понимать, какие наши манеры могут им показаться крайне грубыми, и от которых, соответственно, на время поездки или на время общения стоит отказаться. В ценностно-ориентационной сфере представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций. Тоже очень важный момент, когда мы должны понимать с точки зрения социокультурной компетенции, с какой интонацией нам стоит говорить на иностранном языке, в каком случае стоит говорить более жестким тоном, в каком случае, что часто бывает противоположным от нашего, нужно говорить в максимально мягком тоне и так далее. При общении к культурным ценностям другого народа через произведения фольклора и литературы. Тоже очень важный момент. Если фольклор – это у нас в начальной школе, то произведения художественной литературы уже такие, рассказы, какие-то повести – это все в средней и старшей школе. И очень важно, чтобы мы потихонечку к ним приучали наших учащихся. В эстетической сфере владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке, развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами литературы. Вообще, в чем отличие развития социокультурной компетенции в начальной школе от средней-старшей, от того, что здесь мы в основном только знакомим, прививаем чувство прекрасного, а в средней-старшей школе мы еще и учим пользоваться этой информацией, мы учим анализировать ее, находить ее и владеть ею. Проблемы, стоящие перед учителем в плане реализации этих задач. У нас с вами очень много задач, как учителей, и огромное количество в связи с этим проблем. Ну, давайте назову те, которые относятся к социокультурной компетенции. Отсутствие реальной языковой среды. Мы не можем взять и достать из-за пазухи англоговорящего человека, либо американца, ирландца или кого-то еще. Мы не можем взять и по мановению палочки оказаться в Лондоне, чего бы очень хотелось, но, к сожалению, этого нет. Да, коллеги, если у кого-то плохо видно, там есть лупа с плюсиком, как-то так презентация загрузилась, вы можете сами увеличивать и уменьшать. Я вот себя увеличил, к сожалению, собственно говоря, на ваше воспроизведение это не реагирует. То есть, вот такая проблема есть, и, к сожалению, она никак не решаема.
Следующая проблема – отсутствие или спад мотивации учащихся по мере изучения иностранного языка. Эта проблема решаема, то есть мы можем мотивировать наших учащихся к занятиям иностранным языком и через социокультурную компетенцию, тоже через социокультурную информацию. И достаточно решаемая проблема – непонимание значения знакомства с культурой изучаемого языка. Тут нужно сталкиваться с какими-то моментами, когда ученик сам должен прийти к пониманию того, что ему нужно знакомиться с культурой изучаемого языка, иначе он языком этим владеть не сможет в полной мере. Важные аспекты. Огромное значение для формирования социокультурной компетенции имеет изучение культуры иноязычных стран. Знакомство с их историей, с выдающимися писателями, поэтами, учеными. Это очень важно, это важно с точки зрения и вообще культуры наших учеников, это важно с точки зрения изучения английского языка. Формирование социокультурной компетенции на занятиях английского языка подразумевает обогащение лингвистических, эстетических и этических знаний учащихся о стране изучаемого языка. То есть это важно понимать, что развитие социокультурной компетенции, ее формирование обогащает нас во всех смыслах этого слова, как лингвистически, так и эстетически и этически. И давайте рассмотрим пример из учебника Enjoy English для 8 класса. Если мелко видно, можно приблизить. Особенно это касается, нас интересует левая страница. Мы проходим тему Who is successful person? И в данном случае необходимо рассмотреть фотографии представителей успешных различных профессий, как наших, таких как Гагарин, Пугачева, так и, собственно говоря, иностранцев, например, Чарли Чаплин или группа Beatles. И, собственно говоря, ответим на вопрос, кто же такой человек успешный. Что включает в себя успешное формирование социокультурной компетенции? Расширение представления о культуре страны изучаемого языка, да, когда мы узнаем все новые и новые факты. Например, я только после института, человек, который был в Ирландии, узнал, что они вставляют грубые слова, всем известно, точнее одно, буквально в середину слова в каждом баре, когда хотят что-то высказать. Сопоставление, ну, это, конечно же, информация не для школьного круга, но, тем не менее, я склоню к тому, чтобы знакомить их с какими-то особенностями языка, с какими-то известными людьми, допустим, из Великобритании или из США, или еще других англоговорящих стран, например, Канады. Сопоставление родной культуры и культуры других народов. Да, когда мы учим их понимать разницу, что для нас норма, что для них норма, в чем мы не стыкуемся, соответственно, это нужно снивелировать. Этическое и эстетическое воспитание. Конечно же, чем больше мы знаем о культурах других стран, тем более воспитанными, более сформированными социокультурно мы становимся. И наши ученики тоже. HappyEnglish.ru для второго класса. Как говорят сами авторы, сюжет обеспечивает коммуникативно-психологическую адаптацию младших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера, использования иностранного языка как средства общения. На самом деле это так. То есть у нас есть сюжет, который проходит сквозь все книги начальной школы со 2 по 4 класс. Это общение между Аней, Вороном, глупым попугаем Робинзоном и злой ведьмой Морганой. Да, вот их взаимодействие – это целая сказка, которая помогает нам решить массу учебных задач и сформировать социокультурную компетенцию, начать, во всяком случае, этим заниматься. В средней школе это
в основном будет история про агента Кьюта и его друзей из России. Итак, давайте я вам, например, прочитаю... Нет, вот этот другой прочитаю, более интересный, потому что прочитать все невозможно в вебинаре. Про этот пример расскажу. Значит, в данном случае мы видим примеры урока Ворона для Ани. Аня приехала из России в Великобританию. И в данном случае он объясняет, как читается буква «I» в различных словах, когда она, собственно говоря, как будет меняться звук. И как буква «I» соотносится с русской буквой «I» в качестве звуков. А также можно найти массу других интересных примеров. Например, из задания второго прочитай, как возникла традиция английского чаепития. И, собственно говоря, эта традиция рассказывается через диалог королевы Виктории и ее друга Анны Марии Рассел. Да, вот через их диалог мы узнаем о том, как вот возникла традиция английского чаепития. Это вот достаточно легкая форма для начальной школы усвоения информации через диалоги. Сопоставление русского и английского языка в начальной школе happyenglish.ru у нас происходит постоянно. Например, вот еще один урок Ворона. В русском языке в безличных предложениях, это, обращу внимание, 4 класс, то есть они уже знают ряд терминов из занятий русским языком. Итак, в русском языке в безличных предложениях нет подлежащего. Например, зима, холодно. Аптека, улица, фонарь, приведу от себя пример. Английское предложение невозможно без подлежащего и сказуемого, поэтому оно имеет формальное подлежащее «it» и формальное сказуемое «is», которое на русский язык не переводится. Например, зима «it is winter», холодно «it is cold». Именно так мы знакомим их с достаточно сложными для усвоения грамматическими явлениями. Намного легче они запоминаются, потому что они вместе с Аней изучают что-то новое, а у такого старого, но очень умного ворона. В мире для 4 класса тоже можно найти очень интересный пример того, как мы соотносим иностранную культуру с нашей культурой, того, как, что требует от нас в средней старшей школе уметь представлять свою культуру на иностранном языке. И речь идет о российском зимнем фестивале, как он проходит, что на нем происходит, как это все описывается. А вот Елена Зубарева пишет: дети с удовольствием узнают новое о стране и о языке. Например, чем отличается canned fish от bind fish, если я правильно прочитал. Немножко в теме вебинара, поэтому от английского чуточку отошел. Итак, этическое воспитание в Милле для 3 класса. Давайте посмотрим. Здесь два очень интересных задания, где в первом задании нужно пытать и сказать о том, как создается объявление о пропаже, в данном случае собаки. То есть мы воспитываем этику, что нужно помогать друзьям, что нужно придумать, помочь там расклеить объявление, помочь его составить. И третье задание, где через игру, через действие мы учим наших учащихся взаимодействовать между собой, общаться между собой на иностранном языке, что тоже все это входит в социокультурную компетенцию. Итак, социокультурная компетенция является комплексным явлением и включает в себя набор компонентов, относящихся к различным категориям. Можно выделить следующие компоненты. Лингвостроновический, но он один из самых очевидных. Лексические единицы с социально-культурной семантикой, умение их применять в ситуациях межкультурного общения. Например, приветствие, обращение, прощание в устной и письменной речи. То есть, как одна из самых главных составляющих, социолингвистический компонент. Языковые особенности социальных слоев представителей разных поколений, полов,
общественных групп, диалектов, фоновые знания, реалии, предметные знания. Тоже очень важный момент, и он тоже лежит практически на поверхности, потому что именно как общаться в социуме на иностранном языке, это очень важно для формирования социокультурной компетенции. Социально-психологический, владение социально-культурно обусловленными сценариями, национально-специфическими моделями поведения с использованием коммуникативной техники, принятой в данной культуре. Но об этом мы уже с вами немножко говорили и будем время от времени возвращаться. Культурологический компонент, социокультурный, историко-культурный, этнокультурный фон, знания традиций, обычаев народа, изучаемого языка. А happyenglish.ru для 9 класса мы можем встретить вот такой интересный пример, где нам в диалоге необходимо прослушать фразы и повторить их за спикером. Какие из этих фраз должны относиться к продавцу, а какие к покупателю. И в данном случае мы изучаем тему того, как правильно спросить совета у продавцов за рубежом о том, как купить одежду. Далее там изучается вопрос того, как различаются размеры у нас в Европе и в Великобритании и США. Вот, Светлана пишет, на занятиях присутствуют дети из разных бывших республик, народ уже относительно взрослый, студенты первых-вторых курсов. Мы всегда стараемся провести параллель в наших традициях, традициях стран. Да, конечно же, это не только в школе происходит, это и в колледже, и практически везде. Мы абсолютно живем в интернациональном мире, и поэтому даже очень интересно бывает выяснить какие-то такие замечательные особенности в той или иной культуре в рамках иностранного языка. А если плохо виден текст, у вас есть на этой площадке замечательная функция лупа с плюсом и минусом. Вы можете понажимать и отрегулировать так, чтобы это было вам точно видно. На старой площадке это мог поправлять за всех только я. Механизмы, способствующие повышению мотивации. Вот, или бабочки в животе вместо наших мурашек по коже. Да, очень яркий пример того, как они отличают одни и те же вещи, называются по-разному. Или, например, вылетело, к сожалению. Итак, механизмы, способствующие повышению мотивации. Сюжетная основа дает возможность создать устойчивую условно-речевую ситуацию, которая развивается во времени и пространстве. В плане изучения языка ученик получает возможность познакомиться с уже известными ему жизненными сценариями, воплощенными языковыми средствами другого языка. Он может наглядно представить себе, каким образом оперировать английским языком в понятных ему из жизненного опыта ситуациях. Он понимает систему организации, лексики и грамматики, которые относятся с абстрактными, конкретными свойствами объектов и ситуации. То есть все это повышает мотивацию и настраивает на то, чтобы изучать иностранный язык, изучать культурный пласт изучаемого языка и культурные пласты даже друг друга. Вот, Анна Посашилина пишет, мои дети намного лучше запоминают при сравнительном методе. Екатерина пишет, потому что в такую погоду хозяин кошку и собаку не выпустит. Это, видимо, из примера из пословиц. Светлана пишет, особенно интересно смотреть на ребят, когда расскажут, откуда летели кошки и собаки. А, да, это из пословицы про собак и кошек, летящих с неба. Угу. Да, но если ввести сюжет, как правильно, вот Наталья Вячеславовна со мной согласна, как в happyenglish.ru, например, предложено, то эта мотивация будет очень и очень долговременной. Так, механизмы, способствующие повышению мотивации. Именно сюжетное построение курса обеспечивает осознанность выполнения языковых и речевых упражнений, высокую воспитательную ценность текстов и упражнений, поддержание высокой мотивации учащихся.
Страновеческую насыщенность текстов и упражнений, повторение ранее пройденного материала, языкового, речевого, социокультурного, в естественной неживой ситуации какой-то новой истории. Коммуникативная направленность даже тренировочных упражнений. Обязательность изучения всех уроков и текстов курса и выполнения домашней работы, поскольку на них строится дальнейшее развитие сюжета. То есть сам сюжет благоволит тому, чтобы учащиеся выполнили домашние задания для того, чтобы ориентироваться в том, какая же история разворачивается на страницах книгах в дальнейшем. Как утром писали по happyenglish.ru, дети всегда стараются забежать вперед, потому что им интересно, что же будет дальше. Итак, например, я вам хочу показать пример того, как начинается в happyenglish.ru самый первый урок для второго класса. Началось все с того, что Аня вместе с папой и мамой полетели в Англию. В самолете Аня задумчиво листала учебник по английскому языку. Все-таки в Англии говорят по-английски, но сама не заметила, как заснула. Разбудил ее мамин голос. «Просыпайся и добро пожаловать в королевство». «Какое еще королевство?» Сонно спросила Аня. «Мы же в Англию летели». Англия – это только часть страны, которая называется Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. В его состав входят Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия. Сейчас мы подлетаем к ее столице Лондону, ему почти 2000 лет. Внизу поблескивала река, на которой стоял невиданной красоты старинный дворец. А рядом с ним здание, похожее на огромные яйца и кубы из стекла. Казалось, построенные инопланетянами. В следующий просвет между облаками Аня увидела колесо обозрения такой высоты, что самолет вполне мог бы зацепить его крыльями. Вот, пожалуйста, как начинается самое первое занятие. Соответственно, второклассники у нас очень любят сказки и истории. Уже понемножку начнут втягиваться, интересоваться и хотеть заниматься дальше на уроках английского языка. Так. Странное сравнение с яйцами. Это имеется в виду про колесо обозрения, как я понимаю. Вот, Екатерина Романовна пишет. Как интересно, надо привести такой учебник и показать родителям для сравнения иллюстрации кузова или его первый урок. Ну, тут уже, что называется, кому что нравится, и это не единственный учебник, есть и New Millennium English с Милли, есть и Enjoy English тут. Это то, что нравится каждому. То есть нету какого-то идеального учебника, есть учебник, подходящий большинству учителей. Путешествие в королевство. Аня знала как всего три буквы, но ей не терпелось хоть как-то использовать свои знания на практике. Она рассматривала буклет с достопримечательностями Лондона и искала знакомые буквы. Да, это один из тоже первых уроков, когда, собственно говоря, у нас какие-то буквы изучены, и Аня показывает, благодаря авторам, что уже даже зная несколько букв, можно попытаться прочитать какие-то слова, найти для себя что-то новое на базе ограниченного количества знаний. И все это происходит, опять-таки, на интуитивном, на подсознательном уровне, что очень важно. И вот в дальнейшем у нас идут уроки Ворона, один из них я вам показывал, где рассказывается о том, как буквы читаются в открытом, закрытом слоге. Все это, опять-таки, идет через сказку, идет сравнение со звуками русского языка, и так становится намного-намного проще. Так, хотелось бы понять логику построения урока. Понимаете, в чем дело? Да, вот интересный вопрос, Елена Дюнина пишет. Социокультурная компетенция, на ней не строится весь урок. Она плавно вплетается в наши уроки, и тут важно подобрать такой материал для того, чтобы именно развивать эту социокультурную компетенцию, чтобы ее не упускать, понимать, где мы развиваем эту социокультурную компетенцию, где мы ее формируем и как мы ее формируем. А
это не тот, не то, не та наша встреча, когда можно понять логику всего урока. То есть тут есть какие-то приемы, какие-то задания, которые явно формируют социокультурную компетенцию. Но это одна из составных частей урока. Тут вот это точно надо понимать. Итак. Еще один урок Уоррена, вот если вы хотите понять как раз систему построения занятий для того, чтобы формировать социокультурную компетенцию. Где рассказывается о, собственно говоря, использовании глагола to be. Рассказ идет от лица Ани и Уоррена в их диалоге. «Послушай, Седрик, мне кажется, я уже могу составлять предложение. Меня Робби... Смотри. It's Sam. Это Сэм. It is dog. It a dog. Это собака. Нет-нет. Это неправильное предложение. Опять он все перепутал. В таких предложениях после it всегда стоит глагол is. Познакомься с ним. Это веселый дракоша из волшебной страны Дудидан. Is означает быть, и на русский язык не переводится. Вот смотри. It is Sam. It is a dog. По-русски так не говорят, поэтому при переводе мы просто скажем «это Сэм, это собака». Так, завязался огромный спор, но я думаю, что постепенно мы его разрешим, если будем очень внимательно слушать. Да, именно так намного проще для второклассников подать материал, дать его в доступной форме. Я когда-то в третьем классе, работая с третьеклассниками, мне приходилось по другому учебнику сочинять такие истории практически на ходу. И, соответственно, так им было намного проще усваивать информацию. Никогда не забуду, в первый раз, когда я им стал сочинять такую историю, у меня был урок у них после 10 или 11 класса, и я уже на разогреве после 11 стал им давать теорию, потом смотрю на них, а у них же лица-то в начальной школе как лакмусовые бумажки, все выражают. И, соответственно, спрашиваю их, непонятно, они мне честно говорят, нет. Я говорю, ну хорошо, тогда я вам расскажу другую историю. И все то же самое разложил в своей истории и, соответственно, получил хороший результат. Опять-таки, социокультурная компетенция, у нас же, как мы говорили, еще и страновическая информация туда заложена. И, опять-таки, тоже можно рассказывать процессом вот такого общения между героями книги, как в happyenglish.ru. Слово «флаг» пришлось очень кстати. Аня давно знала, как выглядит британский флаг. У нее было много самых разных его фотографий. Но в Лондоне часто встречался другой флаг – красный крест на белом фоне. Аня его тоже сфотографировала. Какой же из них настоящий, думала девочка. С ответом помог Седрик. Оказалось, что у Соединенного Королевства и флаг, и объединенный – взяли флаги Англии, Шотландии, Ирландии и объединили их в один. Вот так и получился. Вот видите, как просто можно объяснить такую полезную информацию, и все, я думаю, сразу все запомнят. Вот Надежда пишет, хорошо, что много страновической информации, знакомство со страной – это важно. Конечно же, важно, и все понятно, как правильно пишет Людмила, потому что важно, чтобы было понятно, ясно, интересно, и, соответственно, через вот такую социокультурную информацию мы интересовали наших учащихся к дальнейшей деятельности, к дальнейшим занятиям непосредственно английским языком. Давайте посмотрим. Вот, например, еще один интересный пример, где рассказывается о том, как... о том, как кто правит в Англии на данный момент, кто правил, и в очень простой форме мы узнаем о том, кто же такая Елизавета II. Вот, Светлана Вячеславовна зацитировала Владислава Петровича Милева, да, который приводит высказывание коллег о необходимости использования родного языка на начальной ступени обучения. На последних конференциях. Да, действительно, это известный факт, но невозможно в начальной школе практически ни в одной, ну, в редких группах
использовать только английский язык. Невозможно даже в средней старшей школе объяснить грамматику на английском языке. Итак, еще один интересный момент – критерии отбора страноведческой информации. На самом деле учеными тоже уже выяснено, как это все отбирается. И давайте я вас познакомлю с этим, для того чтобы было вам намного проще отбирать информацию для своих занятий. Содержательная ценность текста определяется его страноведческим наполнением. Чем больше текст содержит страноведческих сведений, тем существеннее они для культуры, тем легче они воспринимаются и запоминаются. Очень важный момент, можно провести эксперимент, дать какой-нибудь более сложный текст школьник по уровню сильнее, чем наши ученики, допустим, 5 или 6 класса, дать им для 8 или 9, им будет очень трудно с ним справиться, и никакой пользы это не принесет. Эффективность учебного текста обусловлена тем, насколько в нем учтены возрастные особенности, так что следует принимать во внимание соотношение длины текста и количество вводимой в нем информации. Опять-таки про возрастные особенности, если текст не актуален для этого возраста, то, конечно же, он им будет абсолютно неинтересен. Принцип, что помешает опять-таки нашей учебной задаче. Принцип актуального историзма, исторический характер культуры в ее современном состоянии совершенно очевиден. Поэтому не должно быть учебников, на которых не было бы стихов, например, Бернса, рассказов Марка Твена, либо в старшей школе, или в средней, скорее в средней школе, «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла. Не говорилось бы о возникновении Великобритании. Требования типичности отражаемых фактов. В учебнике не должно быть материалов, в которых обсуждаются пусть яркие, но и редкие явления. Учащиеся могут такими фоновыми знаниями не располагать, поэтому они могут принять редкое за обычное, случайное за распространенное. Об этом писала Никитенко. На самом деле, принимать случайное за распространенное только от того, что не изучают тему шире того, что им предложено. Такая проблема есть, и, конечно же, это нужно с одной стороны сложно, с одной стороны упрощает нашу задачу. Вот Наталья Вячеславовна пишет: отбор страноведческого материала на современном этапе и прост благодаря интернету, и сложно, опять же, по причине интернета одновременно. Вот, хороший вопрос, коллеги, как вы ее решаете? Вот тоже было бы очень-очень интересно, потому что я знаю, что каждый педагог, конечно же, хочет дать какую-то свою дополнительную информацию. А в третьем классе, давайте посмотрим на пример с happyenglish.ru. Мы сегодня видим примеры из Millennium English. Но сейчас рассмотрим учебник для третьего класса. И давайте посмотрим на четвертое упражнение. Моргана прячется где-то неподалеку. Она хочет сломать знаменитые часы. Послушай бой часов на Биг Бене, сосчитай удары и напиши в рабочей тетради, в какое время. К Биг Бену прилетел Седрик, пришла Аня. Аня и Седрик увидели Моргану. То есть мы, собственно говоря, учим счет, учим то, как у нас называется то или иное время. И работаем, собственно говоря, при помощи Биг Бена, узнаем социокультурную информацию, узнаем много нового. Знакомимся с таким столпом английской точности и педантичности, собственно говоря, с Биг Беном. Еще один замечательный пример, где Аня и Седрик пошли в музей восковых фигур и знакомятся через восковые фигуры с такими приятными, интересными для них герои, как Спайдермэнни, со Шреком, с Джонни Деппом в роли воробья, Джека Воробья, и с более известными нам с вами людьми, с политиками, с Обамой, с Мерлин Монро и другими замечательными личностями. В учебнике для третьего класса можно найти еще один интересный пример, где опять мы повторяем тему чаепития, рассматриваем ее с какой-то новой стороны и отвечаем на вопросы, которые заложены к
этой теме. Поскольку третий класс, вопросы простые. Англичане пьют чай или нет? Пьют ли они его с молоком? Кладут ли они туда сахар? И есть ли английские, едят ли они сэндвичи вместе с английским чаем во время чаепития? Заметьте, как через английское чаепитие очень мягко у нас входит тема еда, которую мы изучаем практически по любому учебнику в третьем классе. Еще один замечательный пример, где на примере Букингемского дворца мы знакомимся с такой социокультурной информацией, как правильно общаться, находясь в доме у англичанина, что нужно делать, что не нужно, что из замечательного в Букингемском дворце. Именно так мы можем очень хорошо познакомиться с культурой Англии. А в happyenglish.ru для четвертого класса это тоже очень важный момент, поскольку, как я уже говорил, в августе для старшей школы есть пункт, что мы должны говорить о своей культуре на английском языке. Идет рассказ в виде диалога о том, как Деннис и Моргана и Аня обсуждают этномир, находящийся у нас здесь, в России, в Обнинске, где можно познакомиться практически с любой страной и любой культурой, войти в их традиционный дом, услышать о них рассказ о их традиционном быте. Давайте теперь посмотрим, что требуется в средней и старшей школе. Тут есть небольшие отличия, есть уже от общего, что называется, средняя и старшая школа уходит к частному. И требуется вот что: умение выделять общие культурно-специфические модели развития различных стран и цивилизаций, социальных слоев общества, готовность представлять свою страну и ее культуру с учетом возможностей культурной интерференции со стороны слушателей, предвосхищая причины возможного недопонимания и снимая их за счет выбора адекватных средств речевого взаимодействия. К ним можно отнести поиск оригинальных понятий, метафор, создание ярких образов путем сравнения и противопоставления культур реалий, единиц информации. Я, например, в средней и старшей школе давал своим сильным группам ролики с YouTube, где зачитывались какие-то анекдоты традиционные для англоговорящих стран. Они старались перевести, понять, осознать, пропустить эту информацию через себя, как еще один вариант метафор. Признание права разных культурных моделей, а значит и формируемых на их основе представлений норм жизни и верований. То есть, когда мы даем понять, что с чужим со своим караваем в чужой дом не ходи, нужно понимать, как себя вести в том или ином месте и принимать эти правила. Готовность конструктивно отстаивать собственные позиции, не унижая других и не попадая в прямую зависимость от чужих приоритетов. Так, подскажите, пожалуйста, сайт, на котором есть познавательное видео или презентация на страннорические темы, как дополнение к урокам английского языка. Зайдите на englishteachers.ru, задайте в соответствующей теме нашим коллегам такой вопрос, и я думаю, что на вас обрушится масса проверенных ссылок. Да, конечно же, вот как пишет Динара Остапчук, приходится дополнять своим материалом, но в этом и есть наше с вами творчество и наша с вами реализация как учителей. Так, давайте посмотрим дальше. И посмотрим мы, например, из New Millennium English для 7 класса, где необходимо научиться уметь оперировать фактами, а не только своим мнением, извлекать эти факты. И все это основано на социокультурной информации. В данном случае речь идет о том, кто построил пирамиды, о таком неизвестном явлении, кто же это все-таки был, поскольку блоки эти огромные. И, собственно говоря, через те необходимые, то есть мы развиваем сразу очень много, умение оперировать фактами, а не своим собственным мнением.
то есть опирать мнение на факты. Мы знакомим с культурой Египта хотя бы немножко. И мы, конечно же, решаем наши учебные задачи, мы общаемся в этих упражнениях, мы выясняем какую-то дополнительную информацию, используем иностранный язык. Вот, Алена Иванова пишет, на уроках мы немного совсем затрагиваем страноведение, но вот на тематических неделях мы разворачиваемся, просим детей найти необычные факты в истории, проводим страноведческие викторины в параллелях, мотивируем. Да, вот в New Millennium English есть вот такие замечательные упражнения, которые сами мотивируют на то, чтобы искать какую-то дополнительную информацию. В New Millennium English для 5 класса у нас есть замечательная тема про изучение расписания и все лексики, связанные с этим, личного расписания и расписания школы. И дается вот такое задание, где нужно прочитать текст и сказать, выяснить, почему в некоторых школах за рубежом есть уроки шахмат, включенных в основную сетку расписания. И попробовать выяснить, почему таких уроков у нас нет в основной сетке расписания каждого ученика и учителя. А опять-таки еще один пример из happyenglish.ru для 5 класса. Как замотивировать и объяснить, как важно владеть социокультурной компетенцией для развития знаний, необходимой лексики, для умения находить выход из сложившихся ситуаций. Итак, сначала мы ищем необходимый нам выход в аэропорту, изучаем лексику с табличек, которые у нас присутствуют в аэропорту. Вообще, наше с вами общение с любым иностранным государством начинается чаще всего либо с вокзала, либо с аэропорта. Поэтому, конечно же, ориентироваться в этом надо. И затем мы в ходе упражнений, которые предложены здесь же на развороте, это и третье, и четвертое, учимся правильно задавать вопросы для того, чтобы выяснить необходимую нам информацию, например, не опоздать на самолет. Да, пятый класс, говорит, пишет, пятый класс, а похож на десятый. Да. А в happyenglish.ru для 9 класса можно встретить и такое задание, где изучается тема «Прогуливаясь по Голливудскому бульвару». И через эту тему мы изучаем вопросы успешности, карьеры, мы изучаем каких-то известных, это я такой маленький синопсис 1-3 упражнения делаю, мы изучаем каких-то известных личностей, которые добились успеха на том же Голливудском бульваре, и выясняем для себя, что для нас есть успех в карьере. А happyenglish.ru для 8 класса можно встретить вот такое задание, которое помогает нам научить отстаивать свою позицию, оперировать фактами, где нужно ответить на вопросы, изучив для себя древо Тюдоров, которые очень долго правили у нас Англии и, соответственно, являются неотъемлемой частью истории Великобритании. В happyenglish.ru для 10 класса есть возможность использования расширения страноведческих знаний учащихся, где мы, допустим, изучаем некоторые национальные парки и их водопады, где мы читаем дополнительную информацию о них, выполняем упражнения, связанные с этой информацией, извлекаем ее для себя и ищем какую-то дополнительную информацию. В 11 классе в happyenglish.ru тоже можно встретить такие упражнения, где, например, мы изучаем проблему исландских вулканов, которые так недавно нас сильно затронуло. Да, и мы снова возвращаемся к ней, мы поддерживаем ту информацию, которую нам дают на уроках географии. А как человек, который несколько месяцев преподавал географию из урока в урок, могу точно сказать, с этим предметом они еще больше не знакомы, чем с нашим. Поэтому мы налаживаем такие метапредметные связи и развиваем социокультурную компетенцию.
New Millennium English для 6 класса мы можем встретить вот такое замечательное упражнение, где нам нужно создать Christmas card для учителя или своих друзей, учитывая социокультурные особенности англоговорящих стран, что тоже помогает нам развивать социокультурную компетенцию и показывать, как она у нас сразу же применяется в жизни. Так, Millennium English для 11 класса. Коллеги, я попрошу вас придерживаться темы вебинара. Я, конечно, понимаю, что проблемы перечня, они всех очень сильно волнуют, но мы уже много раз об этом отвечали. Если есть те, которые не в курсе наших ответов, можно зайти на тему «Как отстоять учебник по английскому языку» на портал englishteachers.ru. От себя скажу, что мы, конечно же, будем подавать там новые перечни и будем надеяться, что все будет хорошо. Итак, умение оперировать фактами. Как очень интересный пример, сбился с мысли, к сожалению, того, как мы можем одновременно знакомиться с архитектурными памятниками и с памятниками живописи, где нам нужно сравнить две картины разных художников, выяснить их различия, выяснить их схожесть в чем-то и, собственно говоря, выяснить, о чем же идет речь в данном случае. О библейской вот этой знаменитой башне, которая только и описана. И, соответственно, в связи с этим выяснить ту информацию социокультурную, которая нам необходима через и также решить наши учебные задачи. Подводя итоги нашей с вами встречи, я думаю, что вы, конечно же, добавите еще что-то интересного, потому что я явно подвести итог всего не мог. Развитие социокультурной компетенции – неотъемлемая часть обучения иностранному языку. То есть через социокультурную компетенцию мы решаем учебные задачи, и учебные задачи решаются благодаря социокультурной компетенции. Развитие социокультурной компетенции происходит постоянно и включено в задания всех видов речевой деятельности. Говорение, аудирование, чтение, письмо. Мы все время с этим сталкиваемся, потому что язык нельзя отделить от культуры и от социума. Развитие социокультурной компетенции позволяет подготовить учащихся к реальному общению, потому что они будут знать о том, где говорить, как говорить, где чего-то не надо говорить, где стоит употребить какие-то манеры той страны, в которую ты приехал, и решить все свои коммуникативные задачи. Вот, Екатерина Романова тоже подвела такой итог. Самая главная цель обучения иностранному языку – понимать язык и знать иностранную культуру. Да и кругозор очень развивается. Да, конечно, как мы говорили в начале встречи, нам очень важно развить кругозор. И опять-таки социокультурная компетенция помогает нам в этом. Так. Так. Мы стараемся использовать социокультурную компетенцию в рамках декады иностранного языка, различные конкурсы на знание страноведения. Да, тоже очень замечательная тема. Спасибо большое за благодарность. Я тоже надеюсь, что вам очень понравилась наша с вами сегодняшняя встреча. Если кто не знает, эта презентация будет на englishteachers.ru. Также будет и запись вебинара завтра, видео. Спасибо вам огромное. Я сейчас вам выкладываю код для скачивания сертификата. Даю слайд о том, как его сгенерировать. Обратите внимание на слайд, который сейчас перед вами. Я надеюсь, что вы очень много нового либо хорошо забытого старого узнали для себя и будете учитывать это в своей работе. Может быть, поделитесь какими-то наработками с нами на englishteachers.ru. Спасибо большое. Конечно же, я продублирую код. Если что, я думаю, что и коллеги продублируют.
крайнем случае еще раз продублирую. Ну а так, всего доброго и до новых встреч. Хорошего вам вечера.